Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Я запускаю новую рубрику на канале, которая будет называться Супер Трэш. Рубрика Супер Трэш будет заключаться в следующем. На обзор мной будет покупаться рандомная игра, и мы вместе будем ее смотреть. После обзора в комментариях под видео вам будет необходимо оценить игру и написать свой вариант. Супер, трэш, на раз, второй шанс. По итогам голосования обзор игры попадет в соответствующий плейлист. Плейлист Супер будет собирать обзоры игр, которые не стыдно рекомендовать. В плейлист Трэш будут попадать обзоры всех некачественных проектов. В плейлист На раз будут попадать обзоры неоднозначных игр. Если игра заслужила второй шанс, я запишу вторую серию, после второго обзора видео с игрой попадет в тот или иной плейлист. Совместно с вами мы сможем как поддержать рублем хороших разработчиков и их проекты, так и обнародовать объективную халтуру, чтобы как можно больше игроков было предупреждено. Друзья, принимайте активное участие в голосовании, делитесь данным видео с друзьями и знакомыми, а также предлагайте к проверке игры, которые хотели бы увидеть на обзоре. Ну а если хочешь поддержать проект, жми лайк и подписывайся на канал. Ведь чем нас больше, тем весомее наш голос в игровой индустрии. Детальная информация о рубрике в описании к видео. Поехали! Друзья, всем привет! Извиняюсь, что несколько дней ничего не выходило. Моя немножко вина. Я поменял винду, переустановил винду и все нахер снес. Пришлось несколько дней все настраивать заново. У Кена слетели все сохранения, но про Кену поговорим в выпуске о Кене. Сегодня у нас в рубрике Super Trash Beast игра эксклюзив PlayStation. Она вышла, получается, чуть меньше месяца назад. Вот, поэтому поехали посмотрим. Дизельпанк. И дела, сохранение. Легко, нормально. Да нормально, давай. Мне порадовало, что здесь включить настройках. Ага. Здесь есть DLSS, здесь есть Ray Tracing. Посмотрим. И есть русский язык, чего не было на PlayStation. Кстати, зато не лагает ничего. Все почистил, все отформатировал. Игра в стиле это Metroidvania. Все здесь по классике жанру. А, они тоже вылетели нормально. Но все хвалят визуал, то что он очень крутой. Я так по верхам почитал отзывы. Вот чего. И уж точно не в твои, предатель. Легион никогда не получит искру. А что с субтитрами-то? Так, один кролик выжил. Happy birthday, Ray. С днем рождения, Рэй! Может, приступим? Пропустим по стаканчику. Вот так, угощайтесь. Две чашки лапши. Долголетие. Ешь, пока не остыло. Скоро начнется
комендантский час, так что мне пора собираться. Some other day. Может быть, как-нибудь другой раз. Сейчас что-то не хочется. Haven't seen you for a while, Ray. Я давно тебя не видел, Рэй. Ты знаешь Урса. Он дни напролет сидит в заперти и ковыряет в своих безделушках. Чуть не забыл. У меня для тебя сюрприз. Это новейшая разработка Урсо. Бум или боевое устройство. Многофункциональное. Работает как устройство слежения и как рация. Я специально его состроил, чтобы он выглядел так же, как те, что мы использовали в свое время. Давай покажу, как он работает. Attention all Fertizens! Attention all Fertizens! Assemble at Chuan's Noodle House at once to sell... Enough. Довольно. Ешь свою лапшу. Yeah. Да, Урса, давай потише. Бесконечные комендантские часы и обыски, которые начались после Большого Взрыва, выбили всех нас из колеи. Когда же все это кончится? Что ты так боишься? Эти железным псам из Легиона надолго осталось тяпкать. Недолго. Я недавно задал им жару. Взял и взломал их систему трансформаторов. Рэй, присоединяйся к нам. Покажем им, где раки зимуют. Что мы им покажем? Чтобы бороться с железными псами, нужно наше старое снаряжение. Ого, Рэй, мы с тобой мыслим одинаково. Надо... Подожди, нет. Я починил твой кулак. Да забудь ты уже про это барахло. Сейчас точно не до этого. Барахло? Я, может, и не сумел починить доспех целиком, но восстановил хотя бы кулак. Ребята, не шумите, у нас недавно усилили охрану. Прошло уже 6 лет. Пусть даже ты починил этот кулак, что нам с ним делать? Шанс упущен. Наше время прошло. Я думаю, ты поторопился, Урсо. Дай ему время. Прошло уже 6 лет. Он что, собирается прятаться до конца жизни? Надо громкость голосов потише сделать. Я не думал, что они так будут орать на следующий день. Что случилось? Урсо арестован. Железные псы пришли в лапшичную и забрали его. Эта вещь была у Урса, но я ее спрятал. Все эти ветеранские штуки не для меня. Пусть это лучше будет у тебя. Это устройство еще работает. Попробуем узнать, как дела у Урса. Тюрьма, башня, Веточа, заключенный 41. Урса, докладываю. Урса забрали в башню Светоча? Ну все, теперь ему точно крышка. А что за звук отключили? Еще не один. Зверожанин, типа вместо горожанин. Зверожанин, попавший в башню Светоча, не выходил оттуда живым. Что же нам делать? А, я отправлюсь в башню Светоча и вызвали Урса. Ты точно готов рискнуть? Ты же знаешь, что кроме Урса у меня не осталось друзей в Светоча. Урса оставил это для тебя. Знал, что он тебе пригодится. Мы уже 7 минут смотрим заставку. Бэм, ну мне нравится такая мрачность такая. Так. Это старый город, башня Светоча находится на северо-западе. Вот. Звук. Вот так пусть будет. Окей. Двойного прыжка нет. Так, а как драться? Тихо. Мелкий зайчишка.
Не, подлагиваю все равно. Че, бля? Ладно, окей, идем дальше. А чё? Наблюдать. Какой-то знак. Это же... Один за мех и мех за... Одного. Да, меховое братство. Меховое братство отлично звучит. Это я посмотрю. Еще и шутник. Что, бля, за звук отключения? Включение, отключение. Ага. Так. Уходим. Сука. А как захиливаться-то? Это как? Ну тут однозначно нужен двойной прыжок, но тут можно залезть. Ладно, хуй с ним. Там, наверное, секрет какой-то. Может, кстати, во, что такое? А, монетки. Окей. В воздухе можно телепортироваться. Почему мы должны сторожить этот сломанный трансформатор? И почему нам не разрешают подзарядиться? Говорят, какой-то тупой медведь взломал нашу систему, и все трансформаторы в городе накрылись. Разве того медведя не повязали? Если так говорят, то я скоро совсем разряжусь. Тогда закрой рот и помалкивай, сэкономишь энергию. Так, окей, подожди. А ты не цепляешься, да? Ну ладно. Ну опять-таки, наверняка здесь можно будет возвращаться. Окей. А улучшить? Трансформаторы? Урса, что ты такое задумал? Че, улучшил? Так, окей. Подожди. Понял. То есть это нам назад возвращаться. Или нет? Карты не воспользуются. Похоже, функция отслеживания пока не работает. Рейтон вызывает Урсу. Нужно срочно добраться до башни Светоча. Погнали. А, все окей. Ага, хил. Бля, вот начинается. Ну все, то есть нам туда, куда я и смотрел. А как? Отлично. Нет? Так, нажмите выбрать. Так, это улучшение. Что такое? А, это способность, окей. О персонаже в буме. И уточните информацию о ваших способностях, деньгах и прочем.
Бля. Хорошо. Тут привыкнуть немножко. Ну, механика, кстати, удобная, я не знаю. Я бы даже это... Ага, здесь закрыто. Мне, в принципе, даже нравится. Хоть я не люблю такой стиль, но... Вообще мало чего люблю. И угодить мне сложно, но... Бля, сколько стоило, интересно, на PlayStation, она? Так, казнить не успел. Но в Steam она стоит 1100 сейчас, типа со скидкой. А, все, наверх это типа будут еще инструменты. Сейчас у нас только кулак. Так, стоп. Мы как-то это... Здесь тоже какой-то проход. Получено зерно. Так, здесь чего-то не хватает, очевидно. Вверх я бить не могу. Ой, не знаю. Если понравится игра, кстати, ее можно проходить. Потому что я пока что... Кену, я так понял, я все равно вижу по оценкам, по вашим просмотрам и прочее, Кена не очень вообще зашла. Вот, но я ее хочу допройти, там вроде... Эй, дружище, посмотри, как прекрасна сегодня луна. Интересно все-таки досмотреть ту историю. Опять-таки, скоро опять много всего выходит, и скоро выходит... Бля, тут столько всего... И скоро, опять же таки, выходит Far Cry, хоть его уже и выпустили для некоторых особенных людей. Нам он не достался, естественно, но его я как бы все равно... Да ёпты. Планирую пройти. Ой. Ой, как хорошо. Ничего не понятно, но хорошо. Стой! Блядь. А здесь что? Стой. Как я пропустил-то? Так, захил. Там какая-то карточка. Тихо, ты чего? Получено восстановочное... Ну вот он, этот проход, наверное, сквозной, типа. The number of dog patrols has increased. Torch tower can't be far away now. Тихо, я хотел упрыгать. Бля, как они жестко. Хорошо, здесь есть скорость атаки, это тоже уже неплохо. То есть у него есть замах. И? Стой. Окей. А здесь тоже есть какая-то херня, и мы ее никак пробить не можем. Но мы идем к рычагу. Это очевидно. Экстрактор ОЗ. Что все такое? Карта. Предметы. Бум, боевое устройство. Пилот. Выпуск Восточных Вестей. Издание Восточных Вестей. Так, это типа... И
Ну понятно, открыл я срез. Знаешь, нам по прямой надо идти. Блин, ну прикольно, визуал мне нравится, хорош. Туда не долетим. Так, туда тоже, окей. Убегать от кого-нибудь, там все дела. Ёптать. Он меня подловил-то, мразота. Слушай, так-то умереть недолго, в принципе. Хотя... Ничего сложного не происходит. Так, это копилка. Она, бля, даже в виде свиньи сделана. И с другой стороны есть копилка. Так, и чё это? Ой. Той. А для чего это? Здесь же нет ничего. Ладно. Подожди, подожди. Что значит ладно? Не, мы тут пришли. Бля, я запутался. Заблудиться тут можно на раз-два. Эй, это же Рэй. Вышел комендантский час воздухом подышать. Я слышал, что Урса арестовали. И ты с этой большой штуковиной на спине собираешься его спасти? Ты, как всегда, держишь ушки на макушке. Я иду в башню Светоча. Покажи мне кратчайший путь до нее. Ты не привык ходить вокруг да около. Снаружи башни Светочи есть вентиляционное отверстие. Добраться до него можно, пролетев по ветру. Это радиопередача курса сделал. Дай-ка взгляну, Рэй. Готово. Я сам скопировал эту карту. Эта информация не на продажу. Но ты спас мне жизнь, и я хотел тебя отблагодарить. Сдается мне, ты и помог курсу доработать функцию слежения у радиопередатчика. Ты раскрыл наш секрет. Еще наша организация захватила терминалы железных псов. Рэй, используй этот терминал. А зачем? Использовать. Ремонт, разблокировать навыки. Типа захилят, да, нас? Стой. Разблокировать навык. Какой? Испарение. Апперкот. Что за испарение? Нажмите по очереди X, Y. Тут чё? Вверх X. Не люблю вот эти подбрасывания. С хорошей. Ну давай с простого начнем. Получить, да. Ибо тут, конечно, дерево навыков. А, все, идем дальше. Хорошо, карта доступна стала. XXY. Запомнил? Ебать, ты кто? Мотор! Одной бутылки хватит, чтобы не спать всю ночь. Один глоток и взлетишь на самый верх башни Светоча. Всего 10 зверонет. За бутылку и внутри особый секрет. Что скажешь, Рэй?
Слухи, которые ты распространяешь, куда интереснее, чем твой мотор. Я слишком занят. В смысле, ты слишком занят? Он что-то тебе, бля, предложить хотел. Но занят он слишком. Ёпты. Нет, туда он не идет, окей. Понемножечку спускаемся. Казнь. А где кровище? А, это какая нахуй кровище? Так, вентиляция. А убегать? Ага. А, на Y это сильный удар. Окей. А тут не пробивается? Ты чё? А что такое? Мне типа сюда и надо? Разве они еще не взяли того гада, взломавшего терминал? Зачем босс поставил нас здесь на караул? Он работал не один, преступников целая группа. В прошлый раз они чуть не украли буф-трансформер. Бур надежно охраняется. Пытаться пройти внутрь — это чистой воды самоубийство. Проникнуть в башню Светоча без Бура невозможно. Ну все. Чтобы подняться на башню света, я должен заполучить бур-трансформер. Надо вернуться и найти того, кто знает, где искать бур. Так, ладно, сейчас бы меня нахуй разнесло. Ладно. Да я понял, ты что мне за дурака держишь? А, все, то есть нам сюда и надо было. А куда вернуться? Тихо. Не лагай давай. Офицер, мотор, это просто морковный сок с водой. Я безобидный торговец липовыми снадобьями. У меня нет никакого оружия. Ей полегче. Блядь, ты что? Все? Чувак, ты умеешь восстанавливать? Так. Чуть не попался. Торговать оружием становится все опаснее. Ван, где мне найти бур-трансформер? Потише, это дело не шуточное. Организация однажды отправила мастера у настоящего его у железных псов, а теперь, значит, и тебе он понадобился. Все верно. Его наверняка охраняет целый отряд железных псов. Тебе лучше поговорить с мастером. Он тебе еще раз все расскажет. Воспользуйся потайной дверью в левой части моей комнаты. Там ты найдешь мастера У и его ребят. Спасибо. Для своих лет мастер У в отличной форме. А все благодаря мотору. Уйди. Хочешь бутылочку, чтобы немного взбодриться? За мой счет. Все-таки ты меня спас. Ну, короче, так, понятно. Нажмите R, чтобы выбрать морковный сок. Понял. Так, короче, я забыл нажать записи, меня отвлекли, забыл нажать, соответственно, запись.
Вот. Короче, мы ищем бур. Благодаря буру мы сможем... В воздухе. Хорошо. Нашли какого-то мастера У, который знает, как найти бур. Недурно, столько лет минуло, а ты все так же хорош. У твоего энергокулака огромный потенциал, и мой силовой удар — это то, что тебе нужно. Это мелочь, как-никак. Твой кулак — механическое устройство. Если хочешь... Сделать это сильнее, придется использовать техники Легиона, чтобы научиться их приемам. А, их приемам тебе потребуются диски данных. Хорошо. Диски данных? Да, я как-то услышал разговор двух железных псов. Их местный босс, его зовут Дикарь, сейчас в центре города, и с собой у него должно быть один диск данных. У нас слишком мало времени, мастер У. Позвольте, я сначала спасу Урса, а потом уже будем искать диски данных. Рэй, не обижайся, но ты пока слишком слаб, чтобы бороться с Легионом в одиночку. Одолей Дикарь и покажи, на что ты способен. Только после этого я смогу сказать тебе, где искать бур. Хорошо, я найду Дикаря и достану диск данных. Силовой удар, которому я тебя научил, поможет тебе не только справляться с врагами, но и пробиваться через защитные барьеры, которые железные псы наставили по всему городу. Думаю, ты без труда разыщешь Дикаря. Точно. Короче, я минут 7, наверное, побегал. Я не знаю, с какого момента, на каком я моменте остановился. В общем-то, предлагаю тогда на этом закончить. Мы посмотрели геймплей, мы посмотрели локализацию, мы посмотрели графончик и посмотрели диалоги. В принципе, если понравилось, можем ее попроходить в дальнейшем. А пока на этом на сегодня мы заканчиваем. Голосование открыто. Поехали!